Ну на каком серваке? X2, там X3? Блять, ты меня походу с кем-то перепутал, да? Ну ты же говорил, типа я на Сирусе играл. Что-то понял, что там друид и прист хороший класс. Или ты циркуль играл? Ну где мы с тобой играли? На X2 получается? А, блять. Да, что-то задумался. Ну так у тебя лок получается, и кто еще? Ну, лок, ДК и прист. Ну поменьше бьет сейчас. Сука, убьет. Что-то, бля, пиздец. Жесть. Ну странно, что так прошивает, что-то он сильный, да. Мега моб какой-то. Ну, главное, с этого крошера слез, я аж вообще не ожидал. Станы такие херенные. Эту парашу, кстати, отключить как-то можно. И тут посреди экрана эта параша. Что-то не отключилось ни хера. Прист ресает, блядь. Там танкует, прист рогу ресает.
Это, у тебя есть контакты Мосса и Монорота? Нет. То надо как-то с ними связаться, позвать их. Ну они в стае играют, зайди просто и все. Ну, нужно попробовать. Пойдут? Нет, интересно. Я думаю, если бы они пошли, они бы там играли уже. Потому что они еще не знают о том, что надо пойти. Надо им сказать. Блять, тапки Рога забрал, что ли? В личку ему напиши вежливо, просто, друг, отдай, пожалуйста, мне так очень сильно прям надо, я а то танковать, видишь, не могу, умираю, он тебе отдаст. Тапок вообще нету. Да, напиши, тапок вообще пипец нет, видишь. И он отдаст по-любому, я думаю, ну мне отдавали. Когда вежливо просишь, люди идут навстречу. А с мешка тебе пояс выпадет, считай. Ты же через случайку регнул? Ну, у меня вон пояс выпал какой-то. Какой? Ну-ка покажи. А, ну тебе уже с мешка выпал, понял. Такой слабенький. Хотя ловкость нормальная. А тут что, тут же инженера только убить и все. Не помню, вроде весь инс не надо. Почему надо? До конца надо до корабля дойти и убить этого. А, там же корабль еще. Это такой долгий инст. Это да, долгий инст. Но там зато с ласта посохи падают классные на кастеров. Два царик будет. Че он тебе отдал сапоги? Не, он их одел. Блять, что за голем?
Волшебный огонь вытащи на панель. Агро набирать поможет. И армор режет. И ванвис не дает уходить. Блять, а где инстинкт? А, вот.
Че там танку отдать? Отдали штаны. 8 выносливости. Кольцо неплохое. А ты чё, типа, свою гильдию делаешь, да? У тебя дискорд там? Ну. Жёсткий, жёсткий. И чё, уже много людей? Ну, парочку есть. Так а чё ты с ними не ходишь по пэтам? Ну, сейчас их онлайн нету, сейчас рано. Они там, я на сутках был, качнулись там до 40-го. Прислали шмоток зелёных, там, 2 выносливости, там. Кольцо одел я, 2 выносливости. Много 80-ников уже, да? А хрен его знает. Бля, вот сейчас там те кайфунут, кто первыми до 80-го качнется, там, блядь, все открытое будет в ледяной короне, блядь, все квесты, рарники, все-все-все. Я вообще не парюсь. Ой, пипец, вай. Да что ты хер знает. Странный хил какой-то, он сидит. Вроде маны прилично было. А может первый раз сыграет? Это убегание, это вообще имба. Убегают, зовут еще мобов.
Анусоиды вылезли, блядь, вон в чате, пиздец. Ой, лол. Перерождение деда. Слушай, а что, ты можешь читать все каналы, которые тут есть?
ты меня злит? Еще
Офигеть, вы что, до сих пор в копиях? Угу. В этих же или по новой прошли? Эти же. А что у вас такое? Ну, вайпаемся. Люди, я похавать сходил, думал, тут уже что-нибудь другое. Сейчас не исключено, еще раз вайпанемся. На боссе или на трэше вайпаемся? Да, хоть на чем. А, ну на боссе и на трэше один раз. Ну, босс жесткий там, да. Сейчас до него дойти еще. Да, ну странно, что у вас что-то не получается, потому что, ну, по идее, тут, конечно, жестко, но, типа, если танк агро держит, то должно быть все нормально. Ну, и хил не совсем там голый, хотя бы чуть-чуть маны есть. Ну, фулл столб маны, блядь. О. Так что он тебя не хилит? Не знаю. Стан там или что? Я не знаю, не помню. Может, там станы, конечно, кидают, но я не помню. Вроде не кидают. А я бы посмотрел ППшку в 5 друидов. Кайфово по-любому. 5 омоложений в танка залетает. И все, и пиздятся все. Сколько, кстати, омоложений висит? Ну, базовая, первая, которая. 15? Сейчас посмотрю. Ну, 15 оно, ну. Нормально, да, нормально. Да, я даже не знаю, за кого бы я там играл, если бы пошел играть. Ну, типа, мне друид и бриз нравятся. Друид кайфовый, из него прям что хочешь можно сделать. Там какой-то патруль ходит. Да, ну у вас что-то хил очень странный. На самом деле у вас очень сильный хил. Я смотрю, у него 1500 маны, типа. Это значит, у него нормальный шмот уже более-менее. Левел. Плюс он 20-го плюс левела, да? Уже я так понял. Угу. Значит, у него 23. На 20-м у него уже флешка есть. Он тебя быстрым исцелением может хилить. Это супер сильный хил. И быстрый. Типа на 20 уровне самые нормальные скиллы открываются, с которыми уже можно любую ппшку проходить спокойно там. У паладина танка неистовство правильное, то есть изи агрол уже и держишь. У вара тоже там реванш или что-то такое. Там
типа с 20-го и хилом там без проблем, ну любым классом без проблем уже походить. Так, ну тут что, патруль получается, и Кент еще там стоит. Погоди, погодите, босса вы убили, гоблина? Не знаю. Вот, там... дождись, не надо ничего пулять. Вон гоблин подойдет сюда, только не пуль его вместе с боссом. Вот этого гоблина пуль, да. А там в хижине ласт стоит, его отдельно надо бить. Пуляй, вот и пиздитесь с ним, да. Вот с него древково охуевшее падает, надеюсь, ты его заберешь, там ловкости, блядь, очень много дается. Тем более тут никто древково таскать не может из вас. Ну, кроме шамана, может шаман спиздить. Посох. Не, посох. Нормально, вот хороший посох. Ну, с ласта тоже хороший посох. Ты жми, не откажусь, потом науки продашь, это же боешки все. Ага. Тебе просто голда нужна будет потом. Да я что-то не парюсь. Ча, он отопьется, тут жестко будет. Хотя у него кольцо света есть, типа, должно быть несложно. Не могу а у тебя прожимки какие-то сейчас должны же быть уже, да? Ну, до инстинкты. А кожа дубовая какая-нибудь или реген хп есть? Не, нет еще. А, ну если что, ты можешь, короче, вот эти корни прожать, которые у тебя справа вон там, забыл как называется. Хватка. Да, и типа, когда трэш об тебя ударится, который босс суманет, ты просто отбежишь с боссом в сторону, а трэш будет стоять и тебя не убьет. Никто не смеет бросить. Ибо... Но если у вас получится босса зергануть, это будет круто. Давай, агро набивай. Да, ну тебя не так уж сильно прошибает. Ну да, это было легко. Неплохо. Блять, я вот не помню, острые когти качает Мишка или нет. Че, регайте, еще ППшку хил же остался. Ну или можешь с другими регнуть, танком тебя, наверное, сразу закинет в ПП. В смысле? А, надо же изучить, ебать.
Интересно, по какое число выдают эти мотоциклы? Хз. Че, ты хочешь мотоцикл себе? Ну вот он, этот, новогодний. Ну а зачем он тебе? Ну это маунт, типа. С 20-го. На 80-й уровень, наверное, нет? Не, с 20-го. Не, выдается, когда у тебя будет 80-й или нет? Ну не знаю, на первом уровне он всем выдался тут. Ну в смысле, почта пришла, вот это. Вот челики, видишь? 56-й, 68-й. Ну и на 20-х тоже я видел. А, ну... А у тебя... А, ну хотя... Может, у тебя перс просто поздно был создан, типа, или нет? Да 2 января он был создан в открытии. Бля, тогда не знаю. Спроси у этих челов, кто на мотоциклах, чё. Не, ну вот у меня он так лежит. Так вот же он у тебя, он есть. Ну, ну. Только надо выучить эту езду. Ну, так а чё спрашиваешь, вот же он у тебя есть. Я думал, у тебя его нету, и ты типа думаешь, как он. Блять, посоздавали уже гильдии. Аниме, гей-клуб. Это вообще, ну как так? Блять. Сколько, интересно, там гильдию создать стоит? 10 голды или больше? Хз, даже не знаю, ни разу не создавал. Теперь.
Блять, в смысле, нихуя себе. Ты голды, пиздец. Ты где столько золота взять?